Не, я ничего не сказал. Я тетю очень. Йо, это плейлист Яндекс.Музыки. О, это что, опять деньги? Давайте еще. Друзья, топовый донатер сегодняшнего концерта будет с Эдиком вместе в Дайвинчике общаться. Ой, какой нафиг Дайвинчике? И для топового донатера, если он заплатит больше 100 тысяч, будет отдельная группа 22 раза выступать. О, круто! Спасибо! А, там что-то горит, подожди. Что? Сейчас горит нахуй! Что там? Золотые шашки! Мы сгорим! Эдик устроил сегодня жесткий пожар! А, чё? Возьми, пожалуйста. Концерт огонь, брат. Телефон, Сарис, так, какой у меня трек след? Что? Возьми, пожалуйста. Что? О. Вы знаете песню «Котик на заводе»? Вы споете ее со мной? Вы будете сегодня вместо Валентина дядьки. Котик на заводе трудится. Я этот трек еще ни разу не исполнял, поэтому давайте попробуем. Я в последний момент решил его добавить, короче. Как и еще один трек. Как и еще один трек, да. Давайте.
Да. Эдик! А? Руслан Семха должен мне 40 000 рублей.